بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Как будет слово? Лафзун. Пример. Мисал. Мусмир. Что такое? Мусмир. Мусмир. А? Мусмир. Да. А, приносящий плоды, да. Дальше. Залика. Что такое? Тот. А тилька? Да. Да. Дом как будет? Манзиль. Манзиль, да. Лев. Асад. У вас листочки есть последние? Не были вы? Не было. Да. Еда как будет? Аклюн. Дальше. Результат как будет или достижение? Альфа-суль, нам. Дальше. Сухой. Джаф, нам. Цветок. Еще как? Последний листочек. Как будет? Захрату. Захрату. Дальше. Друг. Садых. Мучает или наказывает? Юаззибу. Юаззибу. Одевает. Яльбасу. Кот. Алкит. Действие. Давай еще раз. Еда как будет? Аклюн или таамун. Так или нет? Лев. Асад. Тот. Залика. Та. Тилька. Пример. Италь. Слово. Лавзун нам. Приносящий плоды. А? Плод. Как будет плод? Смотри. Плод. Самар. От этого слова мусмир. Тот, который приносит плоды нам. Дальше. Сиденье. Аль-джулюс. Лев. Асад. Цветок. Захара. Что? Сухой. Джафун. Джафун нам. Некоторые. Багда. После. Багда нам. Перед. Каблю. Дверь. Баб. Аль-баб. Поистине. Или усилительная частица. Дальше. Овечка. Капша. Капша табаран. Шатун нам. Дальше. Змея. Турбан. Турбан. Вещь. Вещь. Шей. Мышь. Фарма. Альфара. Другой, иной. Гайру. Гайру. Виноград. Айна. Фрукт. Факиха. Срывает. Яхтафу. Яхтафу. Карандаш. Калям. Аль-калям. Саиб. Дальше что? Ломается. Ян-касиру. Ян-касиру. Сожалеет. Сожалеет. Как будет? Как будет сожалеет? Яндаму. Яндаму. Ахсанту. Смотрит. Все сразу пылом вспомнили. Смотрит, как бы. Яндару. Таиб. Свободный. Пустой. Пустой. Свободный. Аль-хали. Нам. Посев. Аззара. Приказ или дело? Амр. Движение. Ассейр. Плавание. Сабаха. Ассибаха. Ассибаха. Нам. Был. Да. Кана. Но. Лакин. Еда. Аклюн или? Таам. Таам. Отсутствующий. Аль-гайб. Хлопок. Аль-хотун. Широкий, обширный. Вася. Нам. А еще? Про место. Фасихан. Фасихан. Спускается? Янзину. Нам. Спит. Янаму. Янаму. Говорит. Говорит. Янтыху. Обильный. Обильный. Газирун. Газирун. Густой? Катифун. Катифун, нам. Опередивший других? Сабиху. Родитель? Альвалид. Альвалид. Активный? Нашипун. Мягкий, нежный? Наимун. Не противится или невозможно? Ямтанеру. Нам. Увидает? Я забыл. Наставление? Как будет наставление? Насыха. Торопливость. Аль-аджаля. Нам. Дальше. Лает. Ян-баху. Ян-баху. Стоит. Болеет. Ям-раб. Нам. Обязательное действие. Ваджиб. Аль-ваджиб. Огонь. Свет. Нет. Мисбах это лампа, а свет? Нур. Дом. Манзиль. Манзиль или бейт. Нам. Лиса. Как будет лиса? Лиса? Лиса. Которая в лесу. Ат-талаб. Ат-талабу. Нам. Срединный. Муатадилю. Муатадилю. Нам. Спахивай. Как будет спахивать? Яхруту. Осеет? Ядро. Ядро. А обновляется? Ятаджаддаду. Ночь. А?
Не, это дочь. А ночь? А, ночь Лени. Лени. Да. Трени. Дина. Альдина. Усталость? Самба. Заслуживающее доверие? Аман, аман, аман. Амин. Амин, амин. Амин. Время, эпоха? Заман. Ячмень? Аме. Шарир. Пшеница? Ампул. У тебя нет этого листочка? Да нет, нету. Надо взять этот листочек, в котором эти слова. Иначе что, каждый день мы остаемся на месте, должны двигаться вперед. Понятно ли? Так, давайте теперь что? Перейдем к новым словам. Стой. Можно я у тебя возьму? Или вот так буду посмотреть, а ты подписывай. Первое слово. Таммун. Таммун, то есть полный, полноценный, абсолютный, совершенный. Полный, да? Как вот есть же тамам. Тамам булган, то есть полноценный, абсолютный, совершенный, полный. Там. Следующее слово. Туфахун. Туфах – это яблоко. Известный всем фрукт. Яблоко. Туфах. Следующее слово. Аль-Ба'уд. Аль-Ба'уд – это что? Комар. Комар. Аль-Ба'уд – комар. Комар? Да. Комар, который является одним из благов лета. Комар. Ба'уд. Благо лета, по которому все скучают зимой. Аль-Ба'уд. Следующее слово – Аль-Бакара. Аль-Бакара – то это кто? Корова. Корова. Дальше. Следующее слово – Бата. Бата – то есть ночевал. Ночевал где-то. Бата. Байтута – это что? Ночевание как бы. Байтута. Так, это пройдем. Дальше. Слово следующее – Масаун. Масаун – это вечер. Вечер. Маса – вечер. Говорят, Захабту фильмаса. Я ушел вечером. Так, следующее слово. Сабахун. Сабахун это наоборот. Утро. Утро. Сабах это утро. Духа. Духа это что? Время, когда солнце выходит и поднимается на высоту копья над горизонтом и до самого зухра. Это время называется как духа. Духа. То есть как? По-русски как будет? Тоже на вроде утреннего времени. Или предобеденное время, да. Предобеденное время. Духа. Такая есть сура, так или нет? Вабдуха валлейли иза саджа. Вабдуха, то есть клянусь вот этим вот временем. Дальше. Следующее слово капсун. Капсун это что? Клетка. Клетка, в которой находятся животные, допустим. Так. Капсун, клетка. Следующее слово кыраатун. Кыраатун, то есть чтение. Кыраатун, чтение. Следующее слово наимун. Как переводится наимун? Спящий. Спящий. Какое слово мы брали? Нам. Ноум. Ноум. Ноум это сон. А также брали слово нама, спит. Или спал. Брали или нет? Янаму. Так, янаму брали. Янаму, то есть спит. А наим это тот, кто спит. Спящий человек, наим. Следующее слово наабыджун. Наабыджун. Спелый, зрелый, готовый. Набыч. То есть, когда, допустим, помидор зеленый, про него не говорят набыч. Но когда он становится красный, мягкий, говорят про него как набыч. Готовый, спелый, да. Следующее слово аннасу. Аннас, то есть люди. Аннас, люди. И также есть такая сура. Аннас. Куль аузу бираббин нас. Скажи, я прибегаю за прибежищем Господу людей. Следующее слово аль-майдану. Аль-Майдан это площадь. Площадь, да, на которой собираются люди. Площадь, Аль-Майдан. И даже если на ней никого нет, все равно продолжает называться Майдан. То есть наличие людей не условие. Так, это татарское слово, нам всем известно. Дальше, следующее слово Аль-Мусафиру. Аль-Мусафир это кто? Путник. Мы слово какое брали? Юсафиру, так или нет? Путешествующий. Сафар – путь, а это аль-мусафир, тот, который отправляется в путь. Следующее слово – мизахун. Мизах – это что? Шутка. Шутка. Мизахун. И последнее слово – муздахимун. Муздахимун, то есть тесный от людей. Тесный от людей или от вещей. От вещей. То есть есть понятие, допустим, что, помните, мы брали байир. Байир – это тесный, когда что ты сжат, допустим, или ты находишься в тесном положении, что в какой-то местности. А здесь муздахим, а слово издихам. Издихам это когда, допустим, столпотворение людей.
Или комната забита шкафами, полками и так далее, кроватями, и некуда пройти, некуда встать. Тоже говорят, комната какая муздахима, заполненная вся. Понятно ли? Тесная. То есть разница между словами «баир» и «муздахим». То есть это похожие смыслы, но какая-то небольшая разница между ними есть. Или когда, допустим, много людей в помещении, и происходит пожар. Все начинают выбегать из помещения. Получается, что? Издихам. Вот это столпотворение. Или из мечети, когда люди на джума выходят из мечети, тоже что? Тесно выходить, так или нет? Тоже говорят, «насджидун муздахим». Мечеть какая? Переполненная. Тесная. Все, вот эти вот слова нужно будет выучить на следующий урок. И следующий урок послезавтра. И если у кого-то нет каких-то листочков, то возьмите у своих друзей и перепишите слова. И перепишите себе слова, и тоже надо будет их выучить на следующий урок. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. Господу людей. Следующее слово аль-майдану. Аль-майдан — это площадь. Площадь, да, на которой собираются люди. Площадь, аль-майдан. И даже если на ней никого нет, все равно продолжает называться майдан. То есть наличие людей не условие. Так. Это татарское слово, нам всем известно. Дальше следующее слово аль-мусафиру. Аль-мусафир — это кто? Путник. Мы слово какое брали? Юсафиру, так или нет? Путешествующий. Сафар — путь. А это аль-мусафир, тот, который отправляется в путь. Следующее слово низахун. Низах — это что? Шутка. Шутка. Низахун. И последнее слово муздахимун. Муздахимун, то есть тесный от людей. Тесный от людей или от вещей. От вещей. То есть есть понятие, допустим, что, помните, мы брали байир. Байир — это тесный, когда что? Ты сжат, допустим. Или ты находишься в тесном положении, что в какой-то местности. А здесь муздахим, а слово издихам. Издихам — это когда, допустим, столпотворение людей. Или комната забита шкафами, полками и так далее, кроватями, и некуда пройти, некуда встать. Тоже говорят, комната какая муздахима, заполненная вся. Понятно ли? Тесная. То есть разница между словами байр и муздахим. То есть это похожие смыслы, но какая-то небольшая разница между ними есть. Или когда, допустим, много людей в помещении, и происходит пожар. Все начинают выбегать из помещения. Получается, что? Издихам. Вот это столпотворение. Или из мечети, когда люди на джума выходят из мечети, тоже что? Тесно выходить, так или нет? Тоже говорят, «насджидун муздахим». Мечеть какая? Переполненная. Тесная. Все, вот эти вот слова нужно будет выучить на следующий урок. И следующий урок послезавтра. И если у кого-то нет каких-то листочков, то возьмите у своих друзей и перепишите слова. И перепишите себе слова, и тоже надо будет их выучить на следующий урок. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. Выходит из мечети, тоже что? Тесно выходить, так или нет? Тоже говорят, «насджидун муздахим». Мечеть какая? Переполненная. Тесная. Все, вот эти вот слова нужно будет выучить на следующий урок. И следующий урок послезавтра. И если у кого-то нет каких-то листочков, то возьмите у своих друзей и перепишите слова. И перепишите себе слова, и тоже надо будет их выучить на следующий урок. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. На следующий урок. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.